Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Сегодня у меня новинка. Новый бокс без вложений, но можно и с вложениями. Плюс игра. Экономическая, как бы онлайн-игра. Значит, называется Sell Money Me. Эта система хорошо подходит тем пользователям интернета, которым нужен дополнительный доход. Вы сможете с легкостью заработать деньги в интернете на кликах, просматривая лишь ссылки рекламодателей. Значит, регистрация здесь простая, логин, имейл, пароль. Далее мы попадаем в кабинет. Это наш как бы профиль, да? Здесь ваш пригласитель, рекламный баланс, заработок в серфинге, ну и все такое, да? Наша информационная панель, так скажем. Значит, главное, новости, выплаты, правила о проекте, контакты. Есть группа ВКонтакте, на e-mail можно, чат Telegram. ВКонтакте группа у них есть. Так, я вступила в группу, естественно. Вот. Так, далее что? Давайте посмотрим, что там с Телеграмом. И, пока отсутствует имейл. И можно писать на почту. Это очень хорошо. И помощь. Далее что? Просмотр с... При регистрации нам дается на покупки 1000 монет. Это, как я сказала, здесь еще и игра экономическая. Это равно 10 рублям. Сейчас все по порядочку вам покажу. Значит, вкладочка «Пополнить». Рекламный баланс, основной баланс. Так. Payr, Фрикасса и Яндекс. Вывести. Payr, комиссия 2%, минимальная сумма на вывод 1 рубль, максимальная 1000 рублей. И мобильная связь, это Билайн и МТС. Так, далее идем. Просмотр ссылок. Серфинг. Очень много серфинга. Давайте 5 секунд какую-нибудь ссылочку посмотрим, коротенькую. Идет отсчет таймера. И ищем циферку. 32. Просмотр засчитан. Возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. Далее. Выполнение заданий. Так. Значит, что здесь? Квесты. Значит, смотрите. Пригласить 40 друзей в группу ВКонтакте. Одноразовая. Сделать видеообзор. Вот. 5000 монет. Тоже одноразовая. Сделать репост. Раз в 48 часов. Плюс 8 монет. Это замечательно. Смотрите. Набрать клики в серфинге. Значит, одноразовая. 250 монет. И набрать 50 рефералов. 1000 монеток. Тоже одноразовая. Замечательно. Далее что? Получить 50 рублей. Обратите внимание, для тех, кто занимается видео. Это для видеоблогеров. Значит, можно записать видеообзор. Здесь все вот это прочтете. Значит, подать отчет. И как бы через 12 часов, в течение 12 часов, вроде бы где-то я тут читала, они, да, в течение 12 часов проверят. И... если все будет хорошо, дадут нам 5000 монет. Это равно 50 рублям. Значит, рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. И именная реферальная ссылочка с вашим логином. Так, вознаграждение 9% от суммы пополнения рефералом первого уровня и 1% второй уровень. Так, далее что? Настройки. Смена пароля. И здесь нужно указать пин-код. Я так понимаю, пин-код нам нужен будет при выводе средств. И привязать аккаунт. Ну, давайте, например, так. Запрашиваю дополнительно для входа. Заполните, пожалуйста, поля ниже email. Угу. Давайте email.
Не знаю, подойдет или нет. Ага. Привязать аккаунт. А у меня пин-код не вставлен. Ладно, я это потом сделаю. Надо было пин-код. Так. Настройки. Так я. Далее настройки. Это я потом привяжу. Надо пин-код сюда вписать. Значит, реквизиты. Payeer кошелек. Билайн и вот здесь сотовые мобильные связи. И даже есть Visa MasterCard. Так. Техподдержка. Можно вот добавить тикет, если возникнут какие-то вопросы. Тема сообщения и само сообщение. Нажимаете добавить. Далее выйти. Магазин. Что вот нам вот теперь вот самое интересное. Значит, можно покупать как бы как онлайн игре. Значит, стоимость 1000 серебра нам дали на покупки. Ну давайте же я куплю тогда вот за 1000 рублей купить. Успешно. Все, у меня теперь куплена одна штука и баланс обнулился. Так, далее что у нас? Здесь мы будем собирать прибыль. Опускаемся ниже, собрать доход. Есть чат. Но в чате могут общаться те пользователи, которые пополнили хотя бы на 5 рублей баланс. Так. Бонусная зона. Значит, бонус выдается один раз в 24 часа. Так. Давайте кликнем по баннеру. Так. Возвращаюсь. Успешно. Бонус зачислен. Окей. Так. Далее что? Так. И игровая зона. Колесо фортуны, лотерея, камень, ножницы, бумага. Это для азартных пользователей, которым везет или любит играть. Значит, я же хочу пополнить баланс и купить одну. Так, где магазин? Я пополню, значит, на 50 рублей. Так, смотрите, вот это мне будет приносить 47.04 мешочков в час. А это будет уже 302. Я пополню металлобазу, куплю. 5000 серебра, доход в месяц 45%. Вот, значит, я пополню тогда баланс и куплю. Нажимаю вкладочку «Пополнить». Так, это рекламный баланс. Так, не перепутать бы. Это значит, это на вывод. Это выплата, это покупки. Значит, это, наверное, я так понимаю, основной. Так, подождите. Ой-ой-ой. Так, Яндекс мне не надо. Фрикасса 50. Мне на рекламу не надо. Это мне надо на основной. Так, основной. Так. Пополняю на 50 рублей. Оплатить. Баланс для покупок. Видите? Сумма пополнения 50 рублей. Так. Назначение баланс для покупок. Нажимаю оплатить. Перебрасывает меня. Так, здесь фрикасса. Угу. Выбираю платежную систему Payeer. Так, сюда ввожу почту. Перейти к оплате. Сейчас меня перебросит на оплату. Так, 53.90. Значит, продолжить. Так, ну и дальше по накатанной. Выбираю рубли. Так, платеж успешно обработан. Окей. Так, давайте-ка я перезагрузить. Окей. И где мои монетки? Так. А, так, сделано.
заработана, пополнена сумма выплат. Так, денежка на балансе появилась. Значит, 5500. Не знаю, 500. Я вот на 50 рублей пополняла это 5000. Это, наверное, еще дополнительные 500 монет дали. Значит, я хочу купить, где мой магазин. Магазин. И я куплю вот один мешочек записи за 5000 серебра. Нажимаю «Купить». Успешно. Так, все, у меня на балансе стало 502. Это на выплата. Ага, это вывести уже, вывод. Это выходит так, что ли? Ну-ка, вывести. А, так. Или это 2 серебра? А, это серебро. Курс 1 рубль 100 серебра. Угу. Вот как. Понятно. Вот моя оплата прошла. Ясно. Ну что, такой вот проект. Кому интересно, зарабатывайте. Ну, неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.